На, кот, получи все, как тебе нравится, на, пожалуйста, наслаждайся. Я могу так делать бесконечно, такой антистресс. Да, СМР с котом. И тут же носочек, да, вязание. Когда СМР вязанием, главное не уронить спицу, потому что они падают с безумным грохотом. Пушистик очень клевый, да. И некоторые, как ко мне приходят, сразу же начинают жаловаться на аллергию. О. Такой мягкий, такой приятный носочек. Его еще потом надо будет обязательно простернуть. Я не знаю, как ее успокоить, кроме как тискать, двумя руками тискать. Ну давай, я тебя потискаю, давай. Надо работать, давай, морфин. Я понимаю, что ты обычно, как только слышишь АСМР, сваливаешь. Как только я начинаю заниматься этой ерундой, да, ты такой, а, вы, кстати, да, время, да. Я побежал, да, жопка. Шерсти будет полно.
Вся в моей власти. Продолжаем разговор. Сила своей ручки в твоей шерсти. Вот так вот. Чтобы потёргала тебя за уши, потянула. Как тебе такое, Илон Маск? Как тебе такое, Илон Маск? Тебе нравится моя чью, как тебя тискают? Да, нравится. Ну, конечно, нравится. Только посмотрите на её довольное лицо.
кстати, тайских. Тайская порода очень... Внешне похожи на сиамских котиков, но у них есть окрасы очень похожие, но по характеру они очень социальные, они всегда будут рядом с вами. Нет стереозвука, странно. Спасибо за то, что смотрели, поддерживали сегодня, что мы обсудили стального гиганта. Насколько мы могли его обсудить?